наша именинница, Скорлюша, 7 лет. Show me 7. Yeah, that's right. One more finger, that's right. В общем, идем в школу. Итак, выпроводила я свою малышню и Дэнни. Они уже поехали в школу. Через несколько часов, часа три, да, я буду уже назад в школе. Я привезу капкейки для класса Скарлетт и ланч, который она хочет. Так что сегодня будет busy день, так как у нас есть именинница. 7 лет назад я находилась в больнице. Мы только подъехали к больнице, и они меня готовили к вызываниям родов. А до этого мне толком, в общем-то, роды не вызывали. Это было первый раз, на который я согласилась я на это, потому что 6 декабря или 7 декабря у Габриэла должен был быть рождественский концерт, его самый первый. И я боялась, что если они не вызовут роды, а я обычно задерживалась вот с натуральными родами, я могла и неделю проходить, и как с Джульеттой 11 дней. Я хотела попасть на его первый концерт, и поэтому я согласилась, чтобы они мне вызвали роды. И наша красопета к вечеру появилась. Наша первая бебечка вот после моего первого выкидыша, она была моим как лекарством. Вот знаете, год до этого, до ее рождения, в декабре, я узнала, что у меня будет выкидыш. И это просто... я никогда даже не думала о себе, что что-то такое может со мной случиться. Потому что 3 беременности, никаких проблем, все легко. И тут вдруг вот такой шок. Очень я его трудно перенесла. Но спустя 2 месяца я опять забеременела. И я помню, когда мы узнали, что будет выкидыш, и одна из моих знакомых, она, ее дочь, участвовала в балете «Щелкунчик», в нашем талсовском балете. И она еще до того, как мы узнали, что ребенок умер, она нас пригласила туда, купила билеты. И потом она узнала, что произошло, и она говорит: в общем, это ты решай, если ты не хочешь, ты можешь не идти, если ты хочешь развеяться, то не волнуйся, если ты будешь плакать, никто на тебя внимания не обращает, не обратит, приезжай. И, в общем, я все равно пришла со старшими девчонками, потому что это была одноклассница Анжелики, которая была в балете, участвовала. И мы провели прекрасное время. Потом эта мама привезла меня назад с девчонками домой. И что-то мы так говорили, она вот произнесла сочувствие на мой счет. И потом говорит: ну ничего, ты к Рождеству еще родишь. А потом: ой, я, наверное, такое не должна говорить. Я даже не знаю, что я должна говорить в таких ситуациях. Я говорю: ты знаешь, ты права, я рожу к Рождеству. И, в общем, так и получилось, что я к следующему Рождеству уже имела мою бебечку, мой подарок лучший, мою Скарлетт. Она вот в самом деле была моя вот бальзам, такое вот лекарство, которое Господь мне ее послал. Так что сегодня мы празднуем нашу Скарлюшу. Итак, я и Тринити идем покупать ланч для Скарлетт. Берем капкейки. Тринити в короне, потому что прям именинница Скарлетт. Корона нам надо. В общем, мы поехали в школу, вначале за ланчем. Кстати, Габриэль забыл свой ланч, так что ему буду завозить тоже. Итак, Скарлетт заказала ланч сегодня из Chick-fil-A. Мне Макдональдс, конечно, было бы более удобно, потому что у нас Макдональдс как раз около школы. Я съезжаю с фривея и сразу могу заехать в Макдональдс, заехать по пути в школу. Chick-fil-A не совсем по пути, но не так далеко. Так что
Сейчас заеду, поеду через их драйв-тру, куплю ее ланч, и фривей, который ведет к школе, шоссе, которое ведет к школе, в общем, недалеко от этого ресторана. По идее, сейчас время такое, что не должно быть трафика. И буду надеяться, что я все успею сделать. Как всегда, вы понимаете, ты спешишь, а Тринити что-то не знаю, что-то она капризничала, то и не то, то не все. Ну, короче, мы наконец-то в машине, мы выехали. Конечно, ресторан забит, две линии полные. Люди ходят, типа официанты на улице, спрашивают наши заказы. Это, конечно, пипец. К счастью, эти рабочие очень даже такие эффектные. Они быстренько так подошли, ордер мой взяли. То есть мой заказ. И у них даже была такая штучка, где я уже оплатила. Так что мне только надо приехать, получить свой чек и свою еду. Пока все эти машины проедут. А это аж прям за углом. Ну, ёлки-палки. Боюсь, я опоздаю. Вообще, я очень приятно удивлена. Они очень так эффектно там работали. Вот два человека принимали эти самые заказы. Они просто подходили к машине. Каждый, у них были, у каждого типа как iPad. Если кто-то оплачивал карточкой, они сразу через этот iPad делали оплату. Потом мы все уже выстраивались из двух линий в одну. Там женщина стояла тоже снаружи и выдавала реситы. И те, кто платил наличкой, они платили ей по-быстрому. Очень так быстро. И когда мы уже к окошку подъезжали, нам просто выдавали. Говорили: Марина. И выдавала она это самое, мою еду. В общем, вы знаете, в Макдональдсе меньше бы очередь была, и мы бы дольше стояли. И они вечно что-нибудь, да, меня не поймут и дадут какую-то фигню, не ту, что я заказывала. Очень часто такое случалось. Так что достаточно, я очень приятно удивлена Чик-фил-эй. Итак, до ланча осталось 2 минуты, и мне только что позвонил Габриэл, он говорит, что они уже едят ланч, а, в общем, я не успею его ланч отвезти, и Скарлетт быть вовремя. О, капец, надо было выехать раньше. Это самое, в общем, он сказал, в общем, ладно, привези ланч, когда сможешь, я буду есть на перемене тогда. Мы приехали наконец-то. Она уже волновалась, а мы на 5 минут опоздали. Тринити ей помогает кушать. Вау, фан! You need to eat, sissy, okay? Капкейки я не заносила, занесу позже. В школе елочка стоит на входе. Смотрите, как красиво. You wanna open present? Хочет подарки открыть. They're empty, baby. They just decorations. Итак, мне пришлось уйти немного раньше, чтобы пойти отвезти ланч Габриэлу. Ну, Скарлетт меня отпустила, она уже кушает, все довольна. А теперь я сейчас возьму капкейки, отнесу в офис, чтобы они принесли их в их класс. И в конце школьного дня они будут есть капкейки. Так, Гаврюхе я ланч отвезла. Он уже на перемене, его позовут, чтобы он поел. Теперь я еду в магазин, специальный магазин для всяких вот вечеринок, дней рождения такое. И я хочу купить. В Америке принято, вот когда детки приходят на вечеринку, день рождения, когда они уходят, им дают маленькие такие гостинцы, типа подарочки. Это могут быть конфеты, это могут быть такие всякие какие-то безделушки, игрушки такие. В общем, поехала я покупать всякие безделушки, игрушки для скарлетовых подружек. Итак, я приехала в городок вечеринок. В общем, такой вот магазин. Идем туда, Тринка.
В общем, я смотрю, какую хочу декорацию. Не то Барби, не то троллей. Они, в общем, обе ей нравятся. В общем, продекорирую дома. И плюс надо сообразить эти самые, скажите, я скажу, подарочки для деток. Итак, подарочки скупили, с декорацией скупили. Теперь я жду, когда мне надуют шарики. Это самое. И будем идти на следующую остановку, будем украшать дом, делать приятное нашей имениннице. Вот такой вот магазин. Куча всяких балунов выбирать, куча всяких тематик декораций. Короче, мы дождались нашего этого самого балунов, что-то долго он их надувал. И это самое. Она меня спрашивает, а вы хотите, чтобы оно там высоко что-то летало? Я такая, конечно, хочу. Потом, а вам надо сумку для этих шариков? Ну, давайте сумку. В общем, это все, оказывается, стоит экстра деньги. А типа надувают они бесплатно. Ну, ничего, я буду иметь в виду в следующий раз. Так, мы дома, пошли шуршать, украшать. Я пытаюсь декорировать, как всегда, у меня помощница. Да, уже залезла на стол. В общем, вешаем вот такие гирляндочки. Сейчас я свет включу, может, лучше видеть будет. Вот такие гирляндочки, весюлечки. Тут скатерть. Сейчас шарики будут. Триня! Не-не-не-не! Don't break it! Ой. В общем, вот такие у нас декорации, всякие вот эти гирляндочки. Кстати, гирляндочки можно на Новый год использовать. Это шарики вот наши. Тоже по той же тематике. В общем, Тринити довольная. Я думаю, Скарлетт будет тоже. Так, еду в школу за именинницей и всем остальными. Тринити в своей шапке троллевской. Я думала, чтобы сюрприз был для Скарлетт, но видно не будет. Но все равно она не догадывается, что происходит. Так, Габриэль пошел за нашей именинницей. Старшие уже идут в машину. Скоро будем в сборе. Так, все уже всех забрал за школы. Дети играют отгадай столицу каждого штата. В общем, hey, birthday girl, say hi. Hi to the camera. I don't know if you can. Не знаю, если вы ее видите, там у нас на сзади именинница. В общем, мы едем в магазин покупать подарки. Так как я не решилась покупать подарки вместе с Тринити, так что я решила, мы предоставим эту возможность самой имениннице. Едем в магазин. Virginia, hello. Richmond? Yes. Pittsburgh. Tennessee. Nashville. Can I just like grab her foot? That is so not fair. Look how close that is. You keep getting it though. Okay, no, we just say it. Come on. It makes it fun. Go, just go. North Carolina. Raleigh. Yeah, Raleigh. Yeah. Mississippi. Jackson. Louisiana. Baton Rouge. Короче, глаза разбегаются, и то хочется, и все хочется. Мне вот честно нравятся вот такие штучки. Такие зайчики, и у них там домик, их не мебель, он там ванна. Вот я такое прям. Что-то этот выбор игрушек у нас происходит очень долго. Вау, сестра помогает. I'm looking, looking. Yeah, cool. В общем, она уже решила, что хочет она вот костюма Моаны. Короче, Скарлетт захотела Хэтчимал. В общем, это такое яйцо, откуда вылупливается такое вот животное. Оно $55. Так что много мы купить не сможем после этого.
В общем, она еще купила вот такую игрушку. Правда, это не герой, это Дилан. Она захотела мультик, который они смотрят. В общем, мы такого зайчика купили для... Скарлетт выбрала, потому что этой Тринити понравилось. Well, don't break it. I really want to like throw it on the ground and see how cool. Gabriel, how much does this thing cost? Mommy, can Julia? Каждый думает, что у них день рождения. Julia, could it be?